вкладка Calibration. Я вам не рекомендую это делать, потому что без причины не нужно этим заниматься. Значит, вот если мы нажмем ее, будет подсказочка, видите? Если есть deviation, то есть вот такие вот флуктуации, да, отклонения, случаются на трехосевом подвесе в горизонтальном направлении, нужна калибровка, она тебе поможет. Да? И дальше написано Start Calibration. И вот видите, поместите подвес вот таким образом, другим образом и так далее. Вот вы пройдете через все калибровочные вот процессы. Но это делайте в случае, если вам действительно это необходимо. Кнопка Upgrade заблокирована. Upgrade нужно производить с помощью компьютера. Об этом мы расскажем позже. Друзья, в этих нескольких частях мы познакомили вас с первым включением электронного стадикама Zhiyun Crane и коротко остановились на приложении Zhiyun Assistant, его основных возможностей. А есть еще Zhiyun Play, и есть еще интерфейс в компьютере. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы. Мы постараемся на них ответить быстро и по возможности полно. А также мы будем рады, если вы приобретете этот изумительный аппарат в нашем магазине. Мы уверены, вы не разочаруетесь.